Я уже говорила, что Даша в этом году хорошо готова. Очень не везло ей с погодой. Слава Богу, вот сегодня светит солнце, погода хорошая. И Даша все время жаловалась, что ну что же мне так не везет. То дождь, то холод в Стокгольме. Я уже говорила, что было очень холодно. И все замерзли. И в этот холод и дождь она там выиграла команду чемпионата Европы. Ну вот, Даша, наконец тебе повезло с погодой, и надо выиграть. Так, это очень далеко, это под 7 метров. Ну что? Прыжок был очень хороший. И попадание, я смотрю, на планку было замечательным, потому что не очень хорошо показал. Да, посмотрите, как идеальное просто попадание. Тренер 7.05, рекорд.